Кто смотрел прошлую серию, то мы эти ролики все пересмотрели. Как вы знаете, 37 подписчиков нормально, тут больше просмотров. В конце ролика смотрим больше. Давайте переходим к просмотру. Мастер строителя Вайм Ворлда. Я напишу первое. Лузеры, я первый. Подожди. Это я подписчикам. Я первый. Потому что я первым не пришел. Я вам столько рекламирую этот канал, блин. На стриме. Вы не приходите. Вам больше, чтобы... 2 дизлайка. За что там? Приятного просмотра. И всем привет, с вами Аспид. И сегодня поиграем на серии Вайм Ворлд. В мини-игру Бит Баттлс. И тема нашего урока щита. Так, как выглядит именно щит? Берем железный блок. Блок ставим. Я испанец. Я украинец. Я русский. Я французский. Я немецкий. Я английский. Английский. Кто я такой? Кто я такой? Я Испанию, конечно, поеду, в Францию я как-то не хочу. Может быть, в Францию тоже поеду, кстати, но в Испанию хочу поехать. Пару раз там побываю, и все, пошло. Потом в США побываю, потому что им лучше нужно, знаете, русский. Россию не хочу ехать, там опасно, говорят, для украинцев. Так что я Россию не поеду пока. Вы едете к нам в Испанию, едьте, я там буду. Приятного просмотра. Ну так вот, давайте наверх, именно по центру. Не надо убрать. Мало. Так, давай, строим. Также не забывайте поставить лайк за это видео даже. Так вот сказать. А мы начинаем. Ну, я уже начал, поэтому строим этот щит как-то. Так. Нам нужно это расширить еще побольше, чтобы вот хватило. Но я круглый сделаю щит. Как получится. Я думаю, что игроки так же сами построят, как у меня даже. Чувствую это всегда прям. И нормально как-то. Наверное. Давайте вот туда берем кусочек или оставить. Вот здесь берем. Так, чтобы было лучше. Было лучше даже. Так вот должен набрать. Вот. И вот эти три штучки, ну, более-менее нормально. Дальше что делаем? Золотой блок берем и алмазный блок. И украшаем. Допустим, это будет... Если вы знаете, если вы поняли, что это не я строю, я просто озвучиваю. Я озвучу, это не я строю. Это друзья меня строили. Сказали, вот, держи, озвучу. Я не могу говорить голос, потому что нет микрофона, я стесняюсь. Я не стеснялся, я... Честно, я вообще это не строю. Я не умею это строить. Я хуже построил бы. Я это не строю. Честно, я просто озвучивал. Вот попытайтесь. Заметьте, что я озвучивал. Кто раньше узнал, молодец. Кто нет, но... Когда смотри больше роликов, учись. Станешь Максим Риском умным и храбрым. Приятного просмотра. Щит короля. Щит короля. Будет прикольно. Щит короля. Я не знаю, как это сделать, но я сделаю щит короля. Допустим, крест и все это золотое. Похоже на щит короля. Как вы думаете? Напишите в комментариях. Пока вы пишите, ну что сделаем дальше. А, вот, похоже, напишите в комментариях тоже. И как мне это строить? Дать золотая сзади, так чтобы их не было видно. Ну так, конечно, некрасиво. И, наверное, да, некрасиво станет. Именно щит защитника. А прикольно построить. Интересно, как игроки построят. Я хотел бы построить рыцаря. Ну, надо вам... Как-то сомневаюсь, но я верю, что это не я делал. Я озвучивал, потому что я говорить и строить одновременно, это как-то тяжело. Меч и щит. Но все равно, точно я не беру. Ну, можно. Давай, строим. Я не знаю, как это строить в рычах. Или как? Держатель. Надо, это будет сложнее даже как-то подумать. Ну, давайте-ка
отсюда, вот расширим, допустим, как выглядит. Берем как... Что это такое? Мне не нравится, надо вот тот. Брат. Ну, как-то так вот, как чашку держат и пьют с горла. Да. Как-то так вот, но это плохая постройка, что-то кажется мне. Почему? Нужно лучше вот так вот убрать, но лучше построить меня построить. Давайте-ка. Построим из забора. Забора. Стоп, это мой ролик или нет? Вот чисто, что это не мой голос. А ты в комментариях, мой или нет. Где забор? Вот он, забор. Чик. Значит, от этого вот убираем. Как-то так вот. И всегда ложим. Ну, я не знаю, как это сделать. Я чувствую, что игроки так не сделают. Прям несколько процентов. Как вы думаете, пишите в комментариях? Думаю, что они не сделают этого. Если они не сделали, значит, они проиграют. А я выиграю. Будет прикольно. Если они не сделают такое же самое. Если не сделают, будет отлично. Ну, точно, наверное, не сделают. И даже не украсят сзади меня. Поэтому чувство не будет повторяться, не будут даже. Или будут, например, стрелять. Ну, щит готов. Надо еще как-то меч сделать. Или тика меч сделать, вроде бы как-то. И там дубовые доски. И алмазный блок, который алмазный меч. Делаем. Время хватает, наверное. Спокойненько делаем. А здесь, наверное, расширим, чтобы был алмазный меч. Так. Ставим, да, сюда ставим, и тут вот, ну, более-менее меньше, это, допустим, как там, кинжал, чешом, немножек. Берем, значит, так, давайте сменим пол, ну, хотя бы сменить пол, но что он не работает, вроде бы, хочу попробовать еще раз. Давайте попробуем еще раз, может, он сработает в этот раз, если нет, тогда сервер, ворот поломался. Угу, поломался, да, он поломался. Ну, ничего, мы не расстраиваемся. Как-то мы это, мы уходим. Давайте сделаем хотя бы утром. Зато игроки так не будут делать красиво, как у нас даже. Но я посмотрю, как они так сделают именно. Чисто узнать. Давай построим. Так, давайте еще где-то уберем здесь. Здесь дерево. Мне нужно убрать. Вот, вон. Так вот. Не щит. Нет, не лучше, как-то постройка, это буквочка R. Но мне не нравится. Не нравится, как он построен. Я ставлю ужас. Давай дальше. Дальше. И дальше простройка. Щит. Ну, более-менее он нравится мне. Ну, окей, писал. Ну, вот сзади вот не сделал, крюк не сделал, меч не сделал. Очень много помылок, поэтому окей, писал. Ну, крюк сделал, но кроме золота внизу. И он еще... Это вроде бы не я. Я не мог говорить такое. Еще плюс крюк построил. Что это такое? Ну, зря я поставил. Нормально. Смотрите, он крюк построил. Кривый крест. Это же ужас. Понятно. Зря я поставил. Нормально. Если он выиграет, скажите, я скажу ему, а вы скажете ему то, что им повезло. Наверное, да. Как-то так. Ну, а дальше. И дальше у нас постройка... Это щит, вроде бы как-то, да. Это меч, мне не нравится. Ужас, ну окей, ужас. Я не успел хоть посмотреть ужас. Меч слишком широкий, щит некрасивый, как-то так. Это разноцветный цвет. А, посмотрите, это крутая постройка. Ну окей, поставлю, наверное. Так, чтобы, потому что он не застроил сзади именно. И крюк не сделал, и меч не сделал, и все такое вот. Это грудак. Это меч. Ну, меч очень красивый, поэтому можешь поставить даже ок за меч только. Так, дальше. Тогда посмотрим. Это у нас вот щит. Это не похоже на щит. Ну, это не похоже на щит, поэтому ужас. Ужас. О, это не нравится. Как вы думаете? Ну, щит плохой, меч плохой. Как-то не сильно круто. Так, дальше дать построечку или же победа. Нет еще. Хорошо.
Хорошо, этот щит А, домой. Че я думаю? Да, думали, что они поставили красный. Ужас, да, я видел, поставили красный. И точно кто-то рисовал из маленьких людей. Посмотрите, из домик. Это трава, это солнце, это небо. Нет, это небо, это луна. Без неба, ну ничего, как-то не строили. Это сова. Щит сова прикольный. А, не щит сова, это просто щит, щит. Нормально, щит короля, допустим. Щит, щит. Победитель. Нормально построил постройку, ну, конечно, много мылок, ну окей. И всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на мой канал. А я желаю вам удачи и всем пока. Пока. Вроде бы это я. Последняя игра Орион. Потом плейлисты посмотрим. Да, вроде бы это мой. Так, поспит. Три года назад. Это мой канал. Привет, стой, привет. Три года назад, йоу. Я тут писал 3 года назад. Этому каналу 2018 год. То есть я 4 года назад. То есть мне было 14-12 лет. Сам старый ролик не 3 года назад, а 2. 4 месяца. Всем привет, с вами Аспид. И сегодня поиграем на Майнкрафт. Окей, я даю передачу этому Аспиду. Орион. Ну, вперед. Генерация карт идет у нас. Давай, генерация карты, идешь. Вот у нас грузится карта. Тут у нас представляет деревья, цветы, все такое вот, как живое. И который ракета разбилась. Не знаю, почему, можно ее сломать вроде бы как-то и добыть ресурсы. Это, наверное, поможет нам. Сейчас мы будем добывать это все, давай. Вот, значит, это я. Я человек, и нам сказали дубить это дерево. Хорошо? Ломайся. Я что-то не понял. Слишком долго, что ли? Или нам все упадет? Все упадет. Да, я думаю, долго это копать, копать. Зелень мне подарок, это мы складом. Ах, не успел положить, не успел. Так, что тут у нас снаряжение? Нет, значит. Броня, одежда. Мигает. Чё, ломаю. Я снимал с ноутбука. Тоже это чембра, мне интересно. А, просто ладно, землю. Тут волки, курицы, бараны, прикольно. Курица стреляет. Безумно. Он будет бить кого-то? Что? Волк за ним, не гнись. А, это кто, лисица хочет меня убить? Нет. А, вот, проход идет. Ты веришь, что я пойду туда? Я ж не... А, нам дорогу показывают. Значит, вверх строится. Вот это да. У нас большой стрелок, поэтому мы четыре. Давай еды, наверное. Я ж не знаю, как тут добыть хочется. Что-то только что было. Открою, создать инвентарь. Нажимаем. Инвентарь. Создаем. А, сюда. Куда? Вот. А, вот как. Создать, закрыть. Где там вот он? Ставим. Чем слишком большой? О. И тяжело как-то справляться с этим управлением. Так. Как делать кирку? Правая кнопка мышки. Хорошо. Вот как делать. Сделать кирку, создать. Стал кирку. Берем кирку в руки. Это кто? А, это кто? Ты мирный? Да. Я не знаю, кто. Смотри, там мечка застряла. Камень добыл. Хорошо, добуду камень ваш. Давай. Сыпа горячий. А что, волки ее ест? Ты что, волк? Ты все уже?
Давайте-ка правой кнопкой мышки выбираем создать меч. Меч. Нету? Деревянного меча. Наверное, нету. Нужен камень. Вот камень потом нужен. А вот дубинка. Дубинку можно брать? О, она больно, наверное, бьется. Я не знаю, сколько там уронов. Урон 6, урон 2 в секунду, там, прочность удара 2%, 3%. Давай, аккуратно. Волкой мне не хотелось бы. Давай. Я могу вверх, вниз смотреть, прикольно. Так, бежим за курицей. Нет, ты нельзя, мадам. Нет, это просто. Чё, курица бежит от меня? Ты чё, куда это прибежала? Стойте. Хочу кого-то убить. Куда вы бежали, лё? Так, нам нужны блоки. Как это так подстреливать? Ничего. Вообще уже. Так, давай. Строим. Так, курица, стой. Что ж такое, не будет поймать, что так сложно, давай. Чем я глючит или что? Сейчас на паузу, наверное, поставлю, сейчас все исправлю. Да, я починю, но будет как-то непривычно. Наверное. И мышка, он, не знаю, тушится, и он не видит экран. Эх, Шкода. Ну, сейчас попробуем. Стой. Текай. Нет, так что ж он такой? Ну, я высокий для этого. Так, это волк, а это лисичка. Лисичка, стой. А то убегаете все. Наверное, не надо их бить, поэтому... Так, немножечко надо поднять. Вот так вот. Теперь вам виднее. И немножечко ниже. Поставлю быстренько, то на паузу не хочется ставить. Бьемся. Вроде бы как-то все. Собака как-то смешно делает это все. Что? Я думаю, это что-то такое другое. А я попал в ямку, понятно. Давай, оставься. Кстати, левый, правый кнопку мышки, что-то я не помню. Наверное, правый, левый. Да, левый. Стрелок. А, это там лисичка упала. Можно его добить. Но я не хочу. Я не знаю, что я хочу делать. Ну, если вам нравится, конечно, я продолжу это играть. А на сегодня что нам еще сделать такое вот? Что мы здесь плаваем? Знаете, что сделаем? Мы закончим эту серию. Я нашел что-то вот эпическое. Что это? Да вниз идти. Че, нельзя вниз идти? Застрял? Прикольно. А кто нам с луком? И слушайте. Странно. Да, убивает меня. Это на ловушке. Прыгай вниз. Ай. Сундук. Ну, не знаю, это вот. Меч. Не, на этом серии закончили. Значит, пора прощаться всем. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. А я желаю вам удачи. И откроем этот... Нет, не откроем. И всем пока. Офигеть. Вот тут еще один Майнкрафт. Стоп, сколько? Одна неделя? Ха! Ты думаешь, что такое крутое, блин? Я тут 3 года, блин, мучаюсь. Так, ладно, это офигеть. Интересно, скучно говорить. Ну все, теперь не скучные ролики теперь не делать. Вот только 1000 просмотров на канале в основном. 6 июля. Вообще-то переходим дальше. Последний канал, который с роликами, больше ничего. 51 просмотр, жаловаться. Украина.
Второй канал посвящен именно не Майнкрафту, а да, меня зовут Аспид. Не Майнкрафту, я скопировал Аида. Второй канал, типа того, хотя бы копия не получается. Ну ладно. Да, у нее тоже ролики. Да. Так что пару штучек дать посмотрим, в принципе, а? В принципе, ну я так не кайфую от этих роликов. Звука. Ну если честно, офигенная катка, вот честно. Ладно. Тоже покажу. Ну, вроде бы это я играл, вроде бы я. Вот, 3 года. Посмотрим все мои, да? А тут без звука. Потом на нее канал, все. И тогда круто. Так, первый канал заблокирован с обновлением. На хватает. Звука нет. Да, будем слушать меня. Хай снова. Лузеры, да? Никакой язык. Ясно. Вообще-то играл битвы, просто написал битва. Не, ну в принципе можете смотреть. Давайте покажу. Что поделать, если. Нет, даже не забаненный ролик, так что будем говорить Даниил. Кто-то мне дал аккаунт. А если что, не Макс. Я не знаю, ничего так. Не помню, что мне так пишется. Аккаунт. Силы, ловкость, талант, живучесть. Стоимость улучшения улучшает так. Данил 1397. Да, прикольный ник был, мне нравится. Стабильный боб. Тоже прикольный. О, качнута сила. Ну что ж, будем озвучивать, что скажу. Ловкость, чтобы быть очень ловким. Талант. Живучесть, это жизнь, да? Так, давай сражаться, бро. Карт, ну обзор желательно сделать. Маниса, Сэмпл Лайджо. Он играл, наверное, на ПК или, подожди, или в Одноклассниках, или в ВК. Производство фонд. Так, ну первая битва начинается вроде бы. Так, да, вроде первая. Так, да, первая битва. Жаль, что без звука, честно. Жаль, что без звука. А было бы прикольно. Ну ладно. Идет бой. У меня больше силы. Так что Макс Риз выиграет. Все. Я не знаю, какой этот аккаунт слушайте. Вроде я тоже играл, я помню, играл, ну, такого звук. Ну, на ноутбуке играл, можно на ноутбук привести к друзьям, играть с ними. Да, можно так даже. Или вообще-то я играл у гостях у кого-то. Записал и выложил. Вспомню пароль. Может быть там канал код остался, или они все поудаляли. Кстати, в этой игре вот тоже тупо игра. Там, да, можно такие вот мечи брать. Также можно животных заводить. Просто шикарная катка. Я бы хотел записать ролики. Я сам играл просто для себя. Но не записывал, а жаль. Так похвастался, да. Ну, а что поделать. Столько тупую игру играл. Какие нравились, какие задавал свой канал, да? Общий поиск, групповой отпечаток. Офигеть! О, ВК! ВК.со, Музис, точно, это ВК, а не Одноклассники. ВК, блин, так столько воспоминаний. Не могу. О, поделиться ВК. Звуки музыки. Что-то кто не слышится звука. Я хочу услышать. Я услышал. Как-то. Блин, извини, мой друг, я тебя спалил. Напомнение. Напомнить пьяный Вангу, что я выбрал сенсеем. Но я в него аккаунт играл. И спалил. Но он сейчас очень умный, так что ему не важно про YouTube. Я буду тебе играть, он будет, наверное. Он говорил, что кем-то будет. И передумал, в общем, куча проблем. Все такое. На его. ВК я вообще не мог зарегистрироваться. ВК я сразу зарегистрировался в Одноклассниках. И все. А ВК я не знал.
Друг мне дал доступ, и я как-то изучаю Вакан, перестал Вакан. Офигеть, что скажу. Вспомнил немножко. Не до конца, конечно, вспомнил. Навыки я помню, но не все. Я помню, то виу-виу-виу, больницу, или кунг-фу немножко помню, там это все немножко. Парк, вау. Это Сан-Андреас вроде. Время осталось. Это как не пугает. Чё так время осталось? Это ошибочка в игре. А, это просто награда. Вау, просто вау. Я не ожидал, что я и геймер. Я хочу быть создателем игры. Ой, сори за шум. О, я этого чувака помню. Питомцы, мебли. Это вообще чувак топовый. Покупай, что хочешь. И, кстати, я не знаю, кем будет работать. Ну ладно, ладно, прости меня, там я тебе заплачу. Он тоже с бедной семьей, так скажем. Деньги не будут только рады с деньгами, но он не тратит деньги на развлечения, так что он будет только рады. Ну что ты, милый, спалил так спалил, что могу вырезать потом, иди, можно такая функция, если там не хочешь. Пишите в комментариях, там встретимся после коронавируса. Коронавирус вообще напугал всех. Да. Ну или там изумрудов. 359 звезд, 8126 долларов. Я не знаю, почему я вот играл. Он так тоже играет, да, геймер. Он тоже геймер, но он часто уже как-то иначе. О, физик Шелдон. Да, я физику тоже изучаю. Физик Шелдон, безумный Сэм. Сэм, блин, это как из мультфильма. Я все это знаю, профессор Зондендер. И физик Шелдон. Кто не нравится? Я похож на него, кстати. И этот друг похож вроде. Не, вроде бы он похож. Я не знаю. Нет, нет. И физик Шелдон. Все. Так немножко похож. Если не буду вообще буду стригаться. Не буду стригаться. Ну, вообще там не будет прическа, то да, я буду физик Шелдон. Офигенно воспоминания. Просто шикарно. Яхт клуб. Это как в Майнкрафте прятки. Я не забился, я просто играл. Угу, сколько игр вообще играл? 1000, миллион играл, миллион игр играл, 1000 на 100% от 1000 игр, от 10 тысяч, да, реально, от 10 тысяч игр, от 10 тысяч раз, от и до 100 тысяч раз, или до миллиона. Так, он снова выиграл и проигрывал. Так, а как там звук записывается? А тут разговариваем между собой, интересно. О, без музыки. А чё, хоть с музыкой? О, ты больше хп слушайте. Так, ну давайте. Сейчас, минуточку, ваше внимание. Сейчас тут черный экран. Музычку включу, потому что он... Так, не весело. Тогда я сюда музыку покажу. Я офигенно, вот я офигенно. Ролики не удалишь. Залив себе на канал, скажу. Сохраню их. Более у меня активный канал. Какая-то музыка, скажите. А, Оля, о. Музыка громкая, очень громкая, я вижу. Драка, драка, буа. Телефон отнял, ё-моё. Победил, красавчик. Вы отображены или что-то там? О, сила возросла, возросла, и ловкость тоже. Вот что у меня лучше. Так, у врага у меня тут есть катана или как-то. А так GTA San Andreas мы тоже не играли, вообще шикарно, жизнь была детскость. И мультфильмы тоже, кстати, но важнее, если вы можете смотреть мультфильмы, а не играть, потому что играть нужно, ну, в школьном возрасте только немного, немного. Вот и сейчас прибор каткает, уже, ну, ролика, да, там с монетизацией говорят 8 минут, но то ты мотивизацию подключаешь, как называется, да? Так, драка, драка, потом, ну, я думаю, что уже хватит играй, хай, смотри мультики, там мультфильмы, потому что они еще вспоминаются и говорят мультфильм правду, и вы вспоминаете чаще, чем учитесь.
ну, бывает по-разному. Робин, мы тебя одолеем. Давай, блин, мускулисты, блин. А, давай, блин, вот. Такая здесь честная игра. Она в ВК до сих пор есть. Идет бой, пишет. Можно, кстати, пропустить. Во, забирает у Ромби. Получает денежки. Ну, шикарно, шикарно. Деньги, так зарабатываешь. Интересно. О, вперед можно пропустить его. Вроде бы. Идет бой, пока не все. Так, и пишется, кстати. Вот. Урона несено из величино. Лучший удар. Использованных умений. Все такое. Сторонники не так уж и много их. Ну ладно, мне это хватает. Друзья, главное не количество, главное качество. Я себе напоминать буду. Так, безумный сцен. Я покажу вам, кстати, топовую серию. Можете потом вам паузу нажать, почитать. Будет интереснее вам читать, чем мне. Вот начнем, вам покажу. Прямо сейчас покажу топовую серию. Просто по кайфу. Значит, смотрите. Вводите сейчас Бакуган Фан Хаб. Моя серия. Три серии. Бакуган. Как три сезона. Фан Хаб. Там поспорю вам немножко. Покажу катки, ролики, типа того. Так, вот первый я, кстати. А, как-то не весело. Сейчас музыку там. Ой. В принципе, я могу вам показывать, да? Так. Вот, значит. Где плейлист? Нажимаете плейлисты. И смотрите подряд. Вот. Ну, что, конечно, 606, но это неправда. Их и правда трое. Во. Всем привет, бойцы. Меня зовут Макс. Пропускаем. Всем прикрепите на ваши новый Бакуган. Нажмите, нажмите на плюс. Ну, нормально же. Давайте пропустим вторую серию. Во, топчик будет. Сюда, Бакуган, бой, драгон, на бой. Слышно? Оля, ура. Блин, как-то мало. Что делать? Он упал. Офигенно, просто бомба. Сюда, Бакуган, бой, драгон, на поле, ура. Блин, как-то мало. Что делать? Он упал. Это какой-то трейлер, вот реально. Мало просмотров, мало лайков. За это я бы поставил лайкос. Нет, ё-моё, проиграл. Всем привет, бойцы, меня зовут Макс Риск. И это у нас игра Бакуган. Третий раз у нас попадается. Так. Давайте, вызываем его на бой. Когда нас вызывают на бой, нам дают Бакуган и нам выбрать. Ага. Смотрим. Эй! Может, давайте выберем Пайруса? А давайте-ка. А то я думаю, зачем мне нужны Пайрус? И бьем тебя. Как думаете, нормально? И напишем. 200 драгоноид и 100. Думаю, нормально. Давайте, бой. Пока что я никогда еще не видел Бакугана уровня силы 300G. Пока что максимум 200G. На, посмотрим. Ну давай, Чайна. Так, третья серия. Всем привет, Чайна, бойцы Бакуган. Меня зовут Макс Рис. Наши я помните. Пайрус. Ну что ж, давайте тогда. Я Пайрус. Сюда, Бакуган, бой. Драгон, на поле. Ура. Блин, как-то мало. Что делаешь? Он упал. Ух ты, 150 там. Получай. Нет, ё-моё, проиграл. Игра Бакуган. Уже год как этому ролик, реально. Выбираем Синдуса за месяц. Кому ответить, блин, я уже не страшно, мне не страшно. Так, 190. Ну давайте, кого ударять? Куда я могу? Давайте все свои. Мы знаем право. Вторая серия более-менее интереснее, а? Кузов, ну давай, давай. Кого тут сейчас задрали нас, а? Здраво. Так, я могу сюда кинуть по прямой. Враг, может. Да, что, блин, хал? Блин, о, ты в ролик. Как о, так? Активация Бакугира. Все, закрываем, что? Показывал, все. При этом просмотра. А, тем более конец, он короткий? А, 9 минут ролик, я как бы тут не знаю, что случилось. Так, коты и лисицы. Лайкос. О, Хоппер. Ха, посмотрим. Я... Игра 2010 года. Офигеть, я первый. Лузеры. Вот реально лузеры. Вы проигрываете. Почему проигрываете? Заходите, блин. Лайко ставим здесь. Чтобы поднять топ меня. Вот. Честно, я в шоке. Что за игра? Бро, покажи катку. Чё? Не понял. Я такую помню, кстати.
чего у тебя такие вот рекламы, блин, очень. О, сэр, а чё, ты коты, блин? Ладно, зови. Так, игра коты против лисиц. А как ты играешь? А, понял, понял, там реклама снизу. Вызывание, значит, снимай. Ой, чё ты не говоришь голос. Спокойно, добрая игра. Сколько времени, чтобы продолжить в следующем ролике? Так, вот до следующей серии. Всем удачи, всем пока. Интересно, следующая серия будет шикарной. Пока.